Ветераны войны и труда, производственники, общественники. В этом зале бендерчане, отдавшие на благо нашего города большую часть своей жизни. Во время новогодних каникул уже 4 года на базе 2-й гимназии госадминистрация организовывает праздничный вечер. По словам Лады Делибалт, подобные огоньки проводятся, чтобы уделить внимание старшему поколению, так много сделавшему для нашего города. Эти люди вложили в свое время душу. Кто-то из них пожертвовал. Кто-то пожертвовал своими родными, кто-то здоровьем пожертвовал. И мы благодарны им за это. Мы хотим, чтобы они окунулись в этот вот момент молодости, вспомнили, что Новый год – это коллективный все-таки праздник, ощутили, что они являются частью нашего общества. Когда мы им благодарны, когда мы хотим пожелать им много здоровья, много теплых дней. Теплую атмосферу праздника создавали вокальные и танцевальные коллективы нашего города. Под заводные мелодии усидеть на месте было невозможно. Гости праздника, не жалея ног, пускались в пляс. Ведущий развлекал шутками и историями, задавая тон огоньку. Праздничный стол с угощениями подготовило городское управление питания. Они встречаются, у них глаза горят от радости, от того, что они собрались и вспоминают былые те времена. Ну и мы участвуем, наше управление по питанию, наши работники тоже ежегодно накрывают им стол, стараются приготовить самые вкусные, самые такое, чтобы им понравилось блюда. И я вижу, они всегда с удовольствием кушают. Тамара Ивангородская отдала на благо города всю свою жизнь. Работала сначала в сфере образования, затем питания. Трудовой стаж женщины в родных Бендерах более 30 лет. Даже выйдя на пенсию, она продолжает трудиться в ветеранской организации города. Очень приятно, что и ветеранов труда не забывает, потому что мы проработали по 35, по 40 лет. И когда уже уходишь на пенсию, ты чувствуешь себя, ну, оторванным от жизни. Но вот когда нас собирает, мы видимся где-то раз в год, раз в 2 года, вот здесь нас собирает. Мы очень благодарны этим. И надо, чтобы каждый год продолжалась эта традиция. Праздничный вечер закончился душевно, под хорошую музыку с чашечкой горячего чая. Екатерина Чеботарь, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.